Добрый вечер. Все готово к началу матча и все готово к началу нашего прямого онлайн-репортажа. Для вас работает блок комментаторов, как всегда, Василий Уткин и Василий Соловьев. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер, зрители. Думаю, от сегодняшнего матча вам оторваться будет невозможно, поэтому запаситесь чипсами и пивом. Кубковое состязание. Скажет, получено право на штрафной удар. Держат мяч защитники. Бажис. Сесе. Адам Винге. Миралас. Кейта. Умерли все планы нападения. Насри. Бейе. Сесе! Вратарь даже с места не сдвинулся. Пас рукой от вратаря. Теперь защитникам предстоит отдуваться за всю команду. Бегает гол. Такая удача открыть счет на чужом поле. Классный, действительно классный гол. Вот настоящий зрелищный футбол. И все-таки он забивает. Я уж думал, до утра станет бить. Всего-навсего 9 минут пришлось зрителям ждать первого гола. Все как по нотам. Тафоро. Пас назад. Дальше уже некуда. Кейта. Кана. Для Муши. Хороший пас. Классное владение мячом. Превосход. Игрок забивает мяч в ворота соперника. В страшном сне вратарям снятся такие мячи. Низкий, сильный удар. Да как его возьмешь? Матч становится каким-то односторонним. Команда удваивает свое преимущество. Счет 2-0. Тафоро. Таваридис. Шмидц. Адам Винге. Миралас. Хорошо. Игрок решился на дальний удар. Да, не лучший удар. Кейта. Отличный подкат. Красиво и точно. Бодмер. Навес в штрафную. Масри. Для Муши. Кана. Классный пас. Нужна точная подача. Нужно побороться за этот мяч. Смотрите. О, еще один мяч. Это просто загляденье. Футбольный десерт. Какой гол. Вы только поглядите на стадион. Трибуны ревут от восторга. Игроки промчались к воротам, как поезд мимо нищего. Сесе. Для Муши. Нешуточная борьба за мяч. Защита настроена весьма серьезно. Это фол. И нечего даже говорить, что это не так. Судья обязан показать желтую карточку. Ну, просто неспортивно повел себя игрок. Ну что ж, кажется, обошлось без травм. Но за такую агрессивную игру можно получить не только желтую карточку. Вратарь решил поиграть в мяч. Сесе.
Прекрасный шанс забить гол. Мяч в руках Фортуна. Но он грамотно сбросит мяч и может получиться даже острее, чем было. Нарушение и штрафной. А карточка? Карточка будет? Судья решил выдать желтую карточку. А я не думаю, что тренер будет ругать своих подопечных и упрекать их в плохой игре. В противостоянии даже равных команд кто-то все-таки должен выйти победителем. Мяч в игре. Кейта. Нападение в ударе сегодня. Насри. Для мыши. Можно играть. Арбитр сигнализирует о штрафном ударе. Ложись. Она. Территориальное преимущество полностью на стороне атакующих. Рукой бросает вратарь. Миралас. Какая небрежность. Ну же, какой шанс. Мемуши. Она. Прекрасный отбор, хорошая техника. Хорошо. Ну, сойдет. А игроку не стоит переживать по этому поводу. Все мы имеем право на ошибки. Простейшее упражнение для вратаря. Кейта. Нет свистка, можно играть. Тайво. Она. Бее. Игра в пас. Бывает полезно вот так немножко поддержать мяч, разрядить ситуацию, дать команде передохнуть. Миралас. Кейта. Организованная, дисциплинированная игра в обороне. Насри. Рибери. Насри. Бее. Какая агрессивная игра в атаке. Дальний удар. Удастся ли поразиться? Решительная игра в обороне. Свисток означает конец первого тайма. И он для одних ужасен, для других прекрасен. 3-0. Это должен быть гол. Вратарь отразил удар. Вратарь рукой бросает мяч. Тайво. Она. Насри. Ох, очень опасный отбор мяча. Арбитр вполне может показать карточку. Там был подкат и как бы не сзади. Это предупреждение. Конечно, я не всегда согласен с судьей, но это не тот случай. Судья не остановил игру. Теперь должна последовать передача. Мяч в воздухе. Надо показывать карточку. Игрок явно нарушил правила. Никаких разговоров. Арбитр, не раздумывая, показывает карточку. Подкат выполнен неточно. Думаю, игрок не должен. У команды появляется возможность пробить штрафной. Конечно, замечательная позиция, но нужно еще вратаря обмануть. Не могу успокоиться эти ребята. Вот это гол! Только во встрече таких команд можно увидеть подобное. Нельзя им не восхищаться. Бедный голкипер. Еле успевает уворачиваться от мячей.
Бее. Кажется, на защиту ворот бросилась вся команда. Хорошая передача на половину соперников. Мяч врезается в штангу. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Это было грубым нарушением правил, и я готов подписаться под любым самым жестким решением арбитра. И судья достает из кармана горчичник, и сейчас он прилепит его на какое-нибудь видное место этому парню. Удивительно, но футболисты вообще не намерены сдерживать свои эмоции. Это уже какая по счету карточка? То-то же. Пожись. Это шанс на гол. Мяч был почти в воротах. Наверняка вспоминать об этом досадном промахе никому не будет приятно. Бее. Пожись. Это реальный шанс изменить счет. Мяч выбит. Кейта. Здорово, защитники сегодня играют. Машина. Ужас. Очень неуклюже. Это несуразная борьба за мяч. Судья мог бы карточку показать. Какие-то странные решения сегодня у судьи. Я не понимаю, почему здесь только штрафной. Ах, еще бы чуть-чуть пониже. Жаль, что не сумел игрок сконцентрироваться. Команда увеличила бы отрыв от соперников. Тайво. Рибери. И защитник получает мяч. Миралас. Судья дает штрафной. Очень легкий мяч для этого голкипера. Голкипер посылает мяч вперед. Сесе. Мяч в руках вратаря. Вратарь выбивает мяч. Миралас. Отличная игра в обороне. Игрок бьет издали. Да, не лучше было. Замечательная подача в развитии атаки. Для Муши. Надо забивать. Пожись. Вратарь дотянулся до мяча. И выбрасывание. Будет ли атака ворот? Для Муши. Остался один удар. Искусный пас. Бонер. Нет свистка, игра продолжается. Пожись. Команда требует, чтобы судья показал соперникам карточку. Предупреждение. Это означает, что арбитр предупреждает. Еще один такой фокус из поля. Вы скажете, одной карточки больше, одной меньше, неважно. Но все равно это никуда не годится. Ну, интересно, что арбитр сигнализирует о штрафном ударе. Пенальти. Да, это пенальти за силовой контакт штрафной площади. Очень ответственный момент. Вратарь не удел, и мяч в сетке. Пять-ноль. Это полный разгром. Неплохую передачу сочинили. Шмидц. Игрок передает мяч. Пас назад. Вратарь, напомню, не имеет права брать мяч в руки. Это вратарь его мяч. Судья сигнализирует об офсайде.
для Муше. Арбитр назначает штрафной. Ну бей же! Вратарь отправляет мяч вперед. Бее. Насри. Хана. Судья бежит к месту событий и, кажется, уже тянется за карточкой. Выполняя опасный подкат, рискуешь неприятностями на свою голову. Вот на эту голову сейчас будет наклеен горчичник. Какую-то они ведут слишком рискованную игру. Блистательный гол! Какая же грамотная подготовка у этой команды. Не разбрасываются шансами абсолютно. Каждую ситуацию испытывают до последнего. Этот парень на тренировках подолгу шлифует свои штрафные удары. Хорошая работа. Этот был свободен. Резкий пас. Просто необходимо выжать максимум из этой атаки. Осталось голкипера, вот команда забивает гол. Я всегда говорил, что его можно одного в поле выпускать. Мяч липнет к нему, как на магните. Он всех обводит и забивает. Игрок не только постоянно обостряет действия своей команды в атаке, он еще и сам завершает эти усилия. Два гола в матче. Блестяще. Лихштайнер. Какой хороший пас. Боднер. Он прорывается по краю, оттягивает на себя защитника. Ой, мама родная, что ж вы делаете? Такая игра для кого-нибудь непременно закончится больницей. Его не остановить. Красиво идет. Голкипер успевает подобрать мяч. Таваридис. К матчу добавлено еще 4 минуты. Боднер. Нужна хорошая подача. Как целюст. Мяч в сетке. Как точно он распорядился собственной головой. Вратарь даже очнуться не успел, как получил мяч в ворота. Ну что ж, команда времени зря нет. Желтая карточка. В этом эпизоде судья занял довольно жесткую позицию. Вот это называется попытка выиграть матч любой ценой. Иногда и грязные... Это 100% пенальти. Защитник явно метил в ноги. Напряжение в воздухе. Хоть топор вешай. Гол! Отличный удар соответствующего ракетки. Шмидц. Лихштайнер. Тафоро. Вратарь выбивает мяч. Тайво. Рибери. Подкат в пользу бедных. Насри. Матч закончился разгромной победой соперников. Вот такое ужасное поражение. Вчистую они проиграли эту встречу, и приходилось бороться за каждую возможность прикоснуться к мячу. До свидания, спасибо. Следите за нашими эфирами. Играйте в футбол.